Всем привет, дорогие друзья! Рад вас всех видеть. Продолжаю я делать ремонт в своей комнате, то есть спальне. И решил я снять видеоролик о том, как я буду делать второй уровень потолка. То есть это будет фигура в виде полукруга с двух сторон. Там полукруг и здесь полукруг. И типа короба своего рода. Второй уровень я отступил 9 сантиметров от потолка и по периметру буду пробивать направляющим. А сейчас усаживайтесь поудобнее, будете смотреть, как я это все делаю. Ну, правда, если кому-то это интересно. Потому как видео будет очень длинное, ну, минут 30-20 точно. А сейчас немного пробежимся по потолку и вам покажу, что я сделал. В общем, вот так вот, видите, здесь вот начертил я линий кучу. Это будет сейчас немного для вас непонятно, но потом, как преобразуется контур, вы сами все увидите. Вот смотрите, я здесь уже отбил на стене линию, отступил, как я говорил, 9 сантиметров по периметру. Это будет толщина второго уровня. И вот эта вот волна, вот если видно вот тут, это будет как бы с двух сторон. И здесь пошел опять короб, и на противоположной стенке то же самое, вот, тоже идет волна. Вот она идет, и опять встречается с коробом. В общем, сейчас начинаю это все потихоньку контуром обводить, чтобы было вам понятно. А вот там, кстати, где люстра, я еще не знаю, наверное, там ничего не будет. Но хотелось бы, конечно, там еще сделать посередине какую-то фигуру. Еще не знаю пока, что будет. Может, даже ничего и не буду делать. Так, ну что, усаживайтесь поудобнее, дорогие зрители и подписчики моего канала. А я начинаю работать. Поехали. С помощью перфоратора первым делом я пробиваю на стену профиль УД. Он у меня 3 метра в длину. Ориентируюсь по линии, которую ранее отбил трассировочным шнуром. И расстояние линии от потолка первого уровня 90 мм. Для монтажа УД профиля использую дюпель-гвоздь размером 60 на 40 мм. При условии, если стены из кирпича. Профиль нужно пробивать по периметру всей комнаты. Конечно, такую работу лучше делать вдвоем. Потому как одному это совершенно неудобно. Но так как я делаю это не первый раз, то уже могу сделать это сам с помощью навыков. Вы можете также само сделать это самостоятельно. Ну вот, и УД профиль уже готов и прибит надежно, держится на стене. Так, УД профиль прибит полностью по периметру дюпелями 6 на 40. Теперь такой же самый профиль нужно будет прикрутить вот сюда, на потолок. Здесь, как я уже показывал, контур. Здесь вот полукруг, вот по этому полукругу и вдоль потолка нужно будет тоже прикрутить
такой же самый профиль УД, только уже саморезами 35-ми по металлу. Чтобы здесь сделать полукруг, нужно профиль порезать по 5 сантиметров, то есть не полностью, а разрезать его по 5 сантиметров. Оставлять только одну сторону, режется одна и вторая сторона, чтобы можно было его согнуть и обойти вот эту волну. Сейчас пока прикручиваю прямой, потом займусь. Значит, вот здесь я уже прикрутил два прямых с этой стороны и вот с этой стороны, то есть с левой и с правой. Вот такие у нас отрезки УТ-шки у меня получились. Ну и теперь сложная самая процедура. Это надо повторить вот этот контур, который идет у нас полукруг. Вот она идет линия. Так, ну и чтобы повторить этот контур, естественно, нам нужно каким-то образом согнуть профиль. Чтобы согнуть нам профиль, нам нужно проделать вот такую операцию. То есть я взял вот целый профиль трехметровый УД. И вот, как видите, я наметил его, разметил полностью как зебру, шагом через 4 сантиметра. Получается, с одной стороны, с этой и с другой стороны. То есть он у нас имеет три стороны, то есть вот одна сторона, вот вторая, и так если я переверну, то вот третья. Получается, я размечаю вот одну сторону профиля и вторую, а третья сторона полностью чистая, вот видите, остается. Ее мы трогать не будем. Вот эту я буду резать, полностью прорезать две стороны, вот через каждые 4 сантиметра. Вдоль всего профиля, вот. Таким образом получим змейку. То есть этим профилем можно потом уже обходить любой радиус. Ну и все, теперь нарезаю профиль. Сейчас я его порежу. Потом включу, вам покажу. Процесс порезки я вам не буду показывать, потому что это неинтересно. Так, ну что, готов. Профиль. Порезала его через 4 сантиметра. Смотрите, какая змейка получилась. Вот она. Теперь эту змейку нужно прикручивать наверх. Беру я целый отрезок такой. Это самая щепетильная работа и самая неинтересная. Вот это нарезать профиль змейкой и прикручивать его наверх. Это мне очень не нравится, если честно. Ну, ничего не поделаешь, надо делать дальше. Так, ну что, погнал. Залазываю наверх и начинаю прикручивать. А вы смотрите. Так, ну вот, в общем, начинаю прикручивать боковые части на короб. То есть полностью торец надо гипсокартоном прокрутить. Начинаю вот прикручивать, вот всегда я с торцов полностью боковую часть буду прокручивать. Вот я себе уже, сейчас покажу, вот,
нарезал я себе уже вот таких полосок шириной 9 сантиметров и ширина гипсокартона на 1,20 м. То есть ширина 9 сантиметров и 1,20 м длина. И вот такими вот кусками это все дело буду прикручивать уже непосредственно наверх. И полностью мне надо вот этот вот периметр обойти вот такими вот кусками. То есть боковые части я прикручиваю первым делом. Так что вот так вот. Ну, поехали дальше. Полосок нарезал и прокручиваю эту сторону. Пока он у меня гипсокартон сырой, хорошо гнется. Длина гипсокартона 1,20 м. С края начинаю и пошел. Так, ну вот, прокрутил полностью боковую часть короба, вот показываю, полукруги, а также прямые все его части, все полностью по периметру прокрутил. Так, что теперь дальше буду делать? Дальше я буду делать вот что. Теперь начну, пожалуй, с этой стороны, буду обратно повторять манипуляцию. Беру УД-шку и опять нарезаю ее змейкой, как я делал ранее. И прикручиваю уже ее непосредственно не на потолок, а на край этого гипса. Вот по самому краю. Только уже чуть по-другому. Сейчас я вам это покажу. Это надо сделать полностью по периметру. Полностью. То есть то же самое, что внутри, я прикручивал на потолок. Теперь такое же нужно сделать на боковой части, только снизу. А далее уже ставить буду перемычки снизу. Вот здесь повторю то же самое, что на первом уровне. И также перенесу на второй уровень. И после того, как поставлю перемычки, это дело все можно снизу зашивать. Вот такие вот дела. Ну все, погнал я нарезать УД-шку обратно и крутить ее наверх. Так, прикрутил полностью по периметру УД-шку на нижнюю часть. Таким же образом, как и предыдущую, которую крутил на потолок. Вот так она выглядит, ребята. То же самое. Все то же самое.
Вот сейчас я покажу ближе. Вот, получается, первая вот там к потолку и вторая по контуру уже нижней части самого контура. Ну и вот начал уже перемычки кидать через 40. Вот сейчас вот эти вот перемычки буду кидать, потом уже к этим перемычкам буду прикручивать непосредственно гипс сам. Вот, сейчас покажу по периметру.